Да, еще. Шахматист нажимает на кнопку и ставит шах. Королю угрожает не конь, но скорее и шах. Континент расчерчен на клетке, над ним кубы неучтенного воздуха, дали лишь гробы, что вмещают в себя обесточенный микрокосм, а вокруг материя косма, как ветхий мост, под пятой его разъезжаются берега, по реке проплывает труп твоего врага. Хоть теперь не спи, но застенчивый трубадур, пой утрату иллюзий и крах полевых культур, ведь согласно последним данным сети ГЛОНАСС, кроме Божьего ока, никто не отыщет нас. Видите, про женщину. Сейчас я еще сам Патрик прочту и будем закругляться. А это вы можете сами книги прочесть. Лодочник плещет веслом, старуха голову кладет на плечо, светлым пятном слепит глаза туннель. Мнилось ли так? А теперь не хватает слов, жестов, гримас, живых, чего-то еще. Сел на корточки, ждешь, жуешь аспадель. Лодка села на мель. Гремлины в лес шарманку, сиплый прискорбный звук. Ныне услышит всяк, вдоль по Курфюрстенштрассе, вдоль по Курфюрстенштрассе, тысячи ног и рук. Фридрих обзает стяг, Грефтен жует баранку. Мой ненасытный рот был мерой всех вещей. Мой ненасытный рот был универсальным лекалом. Мой ненасытный рот прожевывал тонны фруктов и овощей. И через малое время все выходило наружу калом. Мой несчастный народ весь состоит из людей. Мой несчастный народ великий в большом и в малом. Мой несчастный народ озабочен поиском национальных идей. И через малое время пойдет за грустным поправом. Сколько теперь мне ждать, сидя на корточках? Не Серафим из города Саров, не Святополк, коварный и неробкий, а кто ж тогда обрел и стол, и кров в отдельно взятой черепной коробке? Я помню все, хоть это был не я, ходил мальчишкой на плотах в Заречном, дробилась философская струя, а философский камень и о вечном шептала мне, вернее нет, не мне, тому мальчонке, я его не помню. Он был кретин, и при пустой луне шептал слова одной кретинки полной. Тетрадь моей исписана рукой, как я провел каникулы в Толедо. В Толедо я был в точности другой, но кто прочтет, но кто поверит в это? Сейчас и здесь, а не тогда и там, а смесь пин-код своей кредитной карты. Да кто за мною ходит по пятам и кажет кукиш из-под школьной парты? Так кто, узнав секрет, разрыв травы, умалишенный с бритвой в деснице, в мансарду этой круглой головы пролез сквозь обнаженные глазницы? Та птица, что над берегом реки, то дерево, что непокорно корню, меня другим названием нареки. Я не был им, я ничего не помню.